Дорогие друзья, всем привет! Я себя сейчас виню за то, что я зашел на свой твинк именно в эти дни, когда была эта акция. И она мне просто не дает покоя. Я ее еще показывал на стриме, я спрашивал. Я уже второй день принимаю решение купить ее, потом снова отказываюсь, думаю, да нет, она мне не надо. Я реально в тупике. Вы мне часто пишете какие-то советики свои в комментариях, даже когда я вас не прошу об этом. Вот сейчас мне реально нужен ваш совет. Только мне нужен не просто совет, а аргументированный совет. Всем привет, дорогие друзья! Это новый ролик по Brawl Stars совместно с каналом ГХГ. Короче говоря, у меня есть очень крутая акция на моем аккаунте. Ну как, крутая? Ну, может, вам бы она понравилась, если бы я вам задонатил на аккаунт, да, согласитесь? Ну, крутая, блин, мифический боец, новый Джин и Спайк, боже, классный персонаж. Я на нем 100 лет не играл уже. И вот, я теперь думаю, приобретать или нет. Смотрите, почему я сейчас в тупике. Я вам сейчас быстренько объясню. А потом у вас спрошу. Значит, во-первых, в тупике я за некоторых причин. Первое. У меня сейчас на аккаунте абсолютно все персонажи, те, которые мне надо выбить. Остальные легийные, то есть я получу их в закупке. Все остальные у меня есть, кроме Спайка и Джина. То есть если я сейчас их покупаю, у меня будет... будут открыты абсолютно все персы, опять же, за исключением тех, которые я открою в закупке. Это... минус к тому, что я не хочу донатить. А второе, это, блин, $50, то есть как-никак, но 950 гемов мне надо задонатить, то есть $50, ну тоже, знаете, на твинка такое себе. Это опять же в копилочку туда, что я не хочу донатить. Вот, ну а теперь, почему я хочу это задонатить? Ну, во-первых, я думаю, что большинству из вас будет интересно. Это во-первых, а я всегда, когда вот какая-то крутая акция, я всегда доначу, неважно, понадобится она мне, не понадобится, пригодится, не пригодится. Это в любом случае собирает какие-то просмотры, приводит мне новых зрителей, и это круто, это естественно воздается потом, то есть есть фидбэк. Но сейчас я уже второй день, так, окей, доначу, все, там перевел деньги на этот, на карту. Потом бац, не, наверное, не буду, наверное, это никому не интересно. Потом опять сижу, на стриме вам задал вопрос, все говорят, давай, донать. Все, думаю, на следующий день задоначу. Сегодня опять то же самое и опять ступор. Блин, не знаю, донатить, не донатить. Короче, друзья, напишите, донатить мне сюда или не донатить. Вот серьезно, вот сейчас без всяких приколов, то, что я попрошу там лайки и все равно задоначу. Нет, вот сейчас реально на полном серьезе. Вам бы было интересно, если бы я эту акцию купил? Она заканчивается через 14 часов. Я когда выложу этот ролик, у вас будет шанс решить эту судьбу. С одной стороны, я вроде не хочу донатить на твинка, типа тут уже все персы есть, я им еще не играю. Но с другой стороны, этот же твинк не являлся проектом без доната. Уже сюда донатил немало, поэтому ничего такого особенного не будет. То есть, знаете, просто хотелось такой прикол получить, что... типа, вау, ты выбиваешь легендарку бесплатно, вот это то самое чувство. Но с другой стороны, блин, я уже все сюда задонатил, то самое чувство я получу, например, на новом проекте, который будет приблизительно через месяц, проект без доната. Вот там уже можно и обойтись, да, разными донатами на спецакции, а тут можно и не отказываться. Короче, я, ребят, сейчас в замешательстве. Смотрите, напишите в комментариях аргументированно, если донатить, то почему, если не донатить, то опять же тоже почему. И если вы за то, чтобы донатить, пожалуйста, поставьте лайк. Смотрите, 779 гемов надо на донат, если ролик соберет 7779 лайков, ну... больше, конечно, чем 7790, извиняюсь, 790, то я задоначу. Вот серьезно, без всяких приколов. Ну и, естественно, пишите комментарии, я хочу их почитать. Ну, правда, ну она такая классная, я вроде хочу задонатить, но с другой стороны, фак, 50 баксов. Но с другой стороны, если вам это сильно захочется, если вы реально хотите, вы же знаете, я всегда как бы иду на поводу большинства, если... большинство поддержит, я это сделаю. Ну а да, пока давайте поиграем то, что у меня есть, потому что на этом аккаунте единственный перс, который на 500 кубков, это Леон. Все остальные у меня абсолютно на нуле, потому что в этот аккаунт я только доначу и не играю. Но это все временно поправимо, потому что сейчас я увлечен своим основным аккаунтом, и у меня просто нету времени на твинка. Ну в скором времени... в скором времени все поменяется. Твинк уже там на грани фула. Скоро уже я подниму 10 тысяч. Скоро подниму персиков всех на 500 кубчик. И потом я буду играть на твинке. Так. Вот такие вот дела, ребята. Вот такие вот дела. В этом ролике я не задоначу, потому что, ну... посмотрю на вашу реакцию. Если вот большинство сейчас лайков нахерачит, скажет холдик, донать, да плевать.
Плевать, сколько она стоит, плевать, надо это мне или не надо. Я в любом случае задоню. А сейчас моя задача не умереть. Сейчас моя задача не умереть. Он сейчас ультить будет, да? Моя задача не умереть и затащить каточку. Я не знаю, есть кто-то в кустах или нету. Стремненько немножечко. Давайте проверим кусты. Не знаю, давайте сюда станем. Не хочу там быть. Вот сюда станем. Оп, вот так вот. Все, постоим тут. Сейчас, как всегда, на тебя долбанет метеорит. Это закон подлости. Так, 5 бойцов еще. Что-то все застыло, смотрите. Ага, спайк. Вот он, спайк. Кстати, да, единственная леги, которой мне не хватает на аккаунте, это спайка. То есть опять, это плюс к тому, что, блин, ну наконец-то я соберу все легендарки на твинке. И причем я на нем еще не играл. И 800 кубков всего лишь на нем. Я знаю, кто будет против. Будут против те, кто, возможно, завидует или против донатеров. Ну реально, есть большинство, которое, типа, не поддерживает меня за то, что я доначу, а у них не получается. Типа, я вот смотри, у меня больше кубков, но я не доначу в игру, там, ну, типа, знаете, вот это пескомерство по кубкам постоянное. Опа, чик-чик, есть. Есть, есть. Умри, умри. Умри, жаба. Умри, жаба. Ну, Поко я не убью. Поко я не убью, тем более он под хилом, 11 банок. Ну, давай, Поко, убивай. Ну, все. Я знаю, что Поко меня убьет. Да, топ-2 я взял. Ну, окей, окей. Может, на Леончике одну катку? Давайте попробуем на Леоне. Он, блин, у меня 5 уровня, на самом деле. Я не думаю, что на Леоне будет классно. Давайте попробуем. Давайте попробуем на Леоне. Блин, это будет сложно, друзья. А, жесть, у меня 550 кубков. А, кстати, на Леоне было 700 кубков. Помните, как я его апал? То есть разработчики мне какие-то кубки какие-то с аккаунта удалили. Очень странно, почему не все. Но... какие-то кубки остались, и это круто. Ой, как же сложно сейчас будет. Ой, как же сложно. Ну, в принципе, у меня 50 кубков есть, которые можно слить, мне не страшно. Смотрите, челик стоит. А, нет, все. Уже не стоит. Боже, что я делаю? Сейчас же подойдет бул какой-то, убьет меня. Там Брок. Там Брок. Блин, я боюсь. Что я делаю? Почему я тут бегаю? Но я надеюсь на то, что на 550 кубков нету була и Шелли. То есть, реально, я надеюсь на то, что... ну, на таких кубках никто их не берет. Смотрите, чел не фуловый, у него нет даже пассивки. Боже, я боюсь, реально боюсь бегать по кустам. Давайте сюда станем, я реально очкую. 7 бойцов еще. Так, у Бо нету пассивки, смотрите. А у того есть пассивка, тут все Бо. Добейте его, добейте, 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 добейте. Отлично. У меня почти ульта. У меня почти ульта. Сомнительно, да, сейчас как-то все. О, спасибо за ульту. Все, у меня есть ульта. В принципе, сейчас можно провернуть некоторые приколы. Типа, дождаться, когда у них будет заруба. Юзнуть инвиз. Ну и подойти сломать лицо. Попробуем сейчас, попробуем. Так. Тыц, 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 тыц. Тыц, 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 тыц. Так. 6 бойцов еще, давайте уже. А тут есть кто-то? Вот тут есть кто-то? Угу. 5 бойцов. Ну все, смотрите, смотрите, используем ульт. Он увидел меня, собака, он меня увидел. Чикс, чикс, чикс. Ну блин, а ульту я слил и никого не убил, это плохо. О, 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 отлично. Так. О, он сейчас выйдет. Он сейчас сам на тебя выйдет, он сдохнет. Найс. Нифига себе, я 5 уровнем Леоном тащу. Он со мной хочет затимиться. Ну ладно. Сейчас я накоплю ульту. Мне надо ульта, срочно мне надо ульта. Есть ульта. Есть ульта. Ну, мы будем убивать Шелли? Мы будем убивать Шелли или не будем? Так, мне не нравится то, что Бо перестал дамажить Шелли. Оп. Тихо. Тихо. Так, минус Бо, я сказал минус Бо, сдохни, сдохни, пожалуйста. Есть. Тихо, 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 тихо. Чё я стал, чё я застыл? Блин, я на секунду застыл, подумал, типа, мол, ну, уже и так победа, да? Плюс 5 кубков, 5 уровнем, на 550 трофеев. Да, друзья, да. Отлично.
Короче, реально, на этом аккаунте тоже будет интересно играть, его прокачивать. Конечно, ну, я сюда донатил. Донатил, и не знаю сколько, надо посчитать будет. В целом, это будет, скорее всего, последний донат. Ну, в плане спецакции, скорее всего. Хотя, блин, почему? Тут же еще билетики нужны будут, прокачивать же персонажа. Мало того, что их выбить, надо же их еще и прокачать. Поэтому не знаю, не уверен, что это последний будет донат на этот аккаунт. И вообще, если он будет вообще, если реально вы захотите, чтобы я задонил на эту спецуху, 7790 лайков. Если это количество лайков мы собираем, я однозначно доначу. Ребят, только у вас времени 14 часов до конца акции. Поэтому ставьте лойсы, я пошел публиковать этот ролик. Спасибо всем огромнейшее за просмотр. Ставьте лайки и до новых встреч. Завтра увидимся. Ой, какое завтра? Увидимся сегодня на стриме по ссылке в описании. Пока.